Ну, вы так, я думаю, чувствуете, что уже пора немножко закругляться, да, по времени. И перед тем, как мы вам покажем нашу хорошую концовку, но при этом попросим вас нас поддержать. И я думаю, вы нам не откажете. Ну, я решила, что я вам тоже спою одну песню, но через стихотворение, потому что немножечко, чтобы немножко грустное настроение у нас не превалировало над нашим праздничным настроением. А стихотворение называется «Помянем». Поэтому понимаете, что его не прочитать нельзя. Помянем своих, не пришедших с войны, которые в танках сгорели. Дай Бог им на небе такой же весны, чтоб все зацветало в апреле. Помянем своих, не пришедших домой, десант и пехоту морскую, нальем по одной и еще по одной. Пусть дождь умывает Тверскую, пусть дождь умывает обрывками слез дворы некрасивые эти. В войну там играют, конечно, всерьез, войны не узнавшие дети. Беспечным мальчишкам никак не понять, что хочется выпить мне с вами, что хочется маму покрепче обнять пустыми теперь рукавами. Налейте по полной, налейте, друзья, стакан поднесите щербатый, мой друг самый лучший сказал бы, нельзя. С собой он закрыл медсанбата. Помянем своих, не пришедших с войны, которые в танках сгорели. Дай Бог им на небе такой же весны, чтоб все расцветало в апреле. Ведущий нашего концерта, заслуженный артист России, Лариса Дацкевич. Лариса Дацкевич была солистом филармонии, объездила всю Европу с концертами, неоднократно выступала в Москве в лучших залах. И на нашей сцене она неизменный участник, украшение нашей сцены. Спасибо. А стихи, которые вы слушали, я все-таки назову автора, правда? Это чего же, непонятно чье. Автор этих стихов Сергей Гапонов. Он вообще-то пишет не просто стихи, а поскольку его основная профессия – журналист, и работает он в программе «Время», а начинал он с НТВ 20 лет назад, прошел две чеченские войны, и поэтому тема войны ему очень близка, и хотелось бы тоже и Чечню, и Афганистан отразить, и это можно при случае. Вот. И теперь вот еще вот у него такой вот поэтический дар, и плюс он эти стихи кладет на музыку и как бард их исполняет. Так что если захотите, приходите на его большую-большую программу, которая будет в «Гнезде глухаря», и познакомитесь с ним поближе. Он будет читать стихи, рассказывать всякие истории серьезные, которые он видел и свидетелями которых он был, и петь. Ну а сейчас, ну опять немножко грустная песня, но ничего. Если б не было войны. Отвлеклась, поэтому нужно вспомнить начало. Еще до встречи вышла нам разлука, но все же о тебе я вижу сны. Да разве же мы прожили б друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны.
только в этом мне твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый, если бы не